пельмени. Уральские. А что там такое? Сладкое. Почему они сладкие-то? Почему пельмени сладкие? Я не понял, блядь. Как называется-то вообще? Это называется орешки. Орешки? А внутри орешков что? Белое такое? Белковый заварной крем. Да? Как тебе растащило. И что надо было такое ведро сделать? Налепить-то. Это психотерапия. Это пальпация. Пальпация. Как у детей. Знаешь? Это психотерапия. Их лепить. С пластилином там мучат. Творчеством лечится голова и нервы. Да. И эмоциональный, как сказать-то, фон немножко меняется. На фоне? На фоне. На фоне говнища, которое у нас происходит. Вокруг. Вокруг. Мы как на острове живем. Кругом говнища, а вот посередине этого говнища. В белом пальто. Пальте. В белых пальте и лакированных сандалиях. Не, вот такие, понимаешь, правильные. Угу. И святые. Мы не замученные телевизором люди. Ну это да. Понимаешь, не измученные Соловьевыми, Путинами и прочими там этими стратегами великими. Да точно. Ничего. Ничего. Но они не тяжелые. Они не такие, чтобы можно было там потом в желудке бы лежать до утра. Они потом засохнут? Не, не засохнут. Угу. Ну, если 10 не будет жить, может, засохнут, конечно, но за пару дней не засохнут. Мне кажется, туда, знаешь, надо греческих орехов туда напихать. Нет, орехов там не надо, там крем должен быть. Раньше туда, совки мы туда вареную сгущенку пихали, это было очень, ну, представляешь, это целая полость была. Вареный сгущен, ну, это очень, ну, это с ума сойти. Ты делала здесь, а? Ну, я делала, ну, потому что раньше так делали. А что еще? Должно быть такое же, что склеивает. А это не всякий крем склеивает. Ну, это очень тяжело. Это не так. Ну, что, все, с Новым годом. Все, уже проехали. Здесь старый новый должен быть. Ну, когда старый-то? 13 на 14. Товарищи, 13 на 14, а 19-то будет товарищ Путин в прорубь прыгать? Крещение? Ты прям без Путина, ты не одна речь не обходишь. Это крещение будет? Да. Угу. Вот. Не будет, дедушка старенький. Другой, наверное. С широкой спиной. Со спины какого? Такая разница, кого снимать. Да, уже не первый раз. Да. Ну ладно. Давайте. Ну вот, приехал с бассейна. Вот, значит, семейная жизнь, понимаете? А тут новые булочки приготовлены. Вот. Булочки новые. Ну, я, конечно, не могу пройти, не попробовав новую булочку. Вот налил чайцу. Чайцу налил. И сейчас вот с булочкой новой. Это булочка аж? Нет. Нельзя назвать булочкой. Это меренга. Угу. Меренга. Это не булочка. У меня все булочки. Хорошо. Это итальянская меренга. Итальянская. Надо украинскую сделать. Украинской нет меренги. Есть французская и швейцарская. Нет, украинские есть галушки. Да, борщ. Украинский борщ лучше ничего нету. Ну, а что ты ни разу борща такого не сделала? Я не способна. Как делала твоя мама? Твоему папа. Украинцу папе. Да. Дудко Виктору Григорьевичу. Григорьевичу из Запорожья. Запорожской области. Запорожской области? Откуда конкретно? Я не знаю, откуда конкретно.
Сладкий очень. Так это белок и сахар. Это конфета. Это по-другому нельзя, товарищи. Это значит, иначе она не взобьется. Жопа отрастет больше. Нет, вообще-то это то же самое, что внутри, товарищ. Только попеченное. Мяток больше. Во много раз. Так смотри, а когда там тесто? По калорийности, если пересчитывать. А там туда булочки еще. То же самое, только продолжение. Такие же, что ли? Да.